Приветствую вас, безусловно, очень важно увидеть то, как именно у вас чувство вины отражается, то есть как вы его ощущаете, как, условно говоря, вы понимаете, что речь именно о именно о нем, о чувстве вины. Как вы понимаете, что, ну, что говорить именно про про вину, да, вот. Как вы отдаете себе отчет в этом? Мне кажется, что это достаточно важно, потому что если вы не отдаете себе отчет в том, что именно вы ощущаете и откуда это возникает, например, то есть серьезная проблема. Это первое. Второе. Второй момент довольно важный. На что нужно обратить внимание, как мне кажется. Это то, что практически всегда, чувство вины – это про злость. Это про, ну, невыраженную такую злость. Вот. Практически всегда. Чувство вины – это про чувство злости. Ну, подавленное в себе, конечно же. Вот. Подавленная и непринимаемая на других людей, ну потому что это чувство, да, ну, чувство злости, направлено на других в данном случае. Изначально направлено на других, изначально оно не направлено на вас, на себя. Вы начинаете, как правило, это направлять уже несколько позднее. Вот, ну именно вот на себя. На себя вы начинаете направлять это уже несколько позже. Вот. После того, как достаточно привычным образом испытываете вину, начинает себя бичевать за то, что чувствуете виноват. Это с одной стороны, конечно. Безусловно, есть и другая сторона, при которой чувство вины нужно, чувство вины необходимо. Вот, это сторона моральных, как бы, устоев. И
взглядов человека, и тут нужно обязательно учитывать этот момент, что полностью от чувства вины избавляться, пожалуй, не стоит. Чувство вины необходимо человеку, нужно человеку. Ну, вопрос, конечно, в том, в какой форме. Вот. И, собственно, как, к примеру, сделать так, да, чтобы оно, да, вот, чувство вины, да, не разрушало человека, чтобы оно не мешало развиваться ему. Вот. А ведь в данном случае, я думаю, что именно это в какой-то степени и происходит. То есть происходит то, что чувство вины мешает. Вот. Поэтому в данном конкретном случае есть скорее всего достаточно важный момент, связанный с злостью у вас, ну, вот то, что вы злитесь, как бы, и нужно, вот, ну, необходимо, я бы так сказал, вам эту злость, которая у вас есть, да, вам ее необходимо прожить. То есть позволить ей, злости, то есть быть на голову. Это очень важный момент, если вы позволите чувству злости, ну, находиться вот в вашей реальности, то у вас появится гораздо больше шансов более адекватно это проживать. Вот. И, соответственно, на вас это не будет оказывать такого разрушительного воздействия, как оказывает сейчас. Вот. Помимо этого, на мой взгляд, необходимо учитывать немаловажный факт того, что он чувство вины не возникает просто так, из ниоткуда. Вот, есть немаловажный факт того, что чувство вины появляется как следствие некоторых моментов, то есть, ну например, заниженной у вас, допустим, самооценки, когда вы считаете, что другие люди правы, вот те, кто обвиняет вас, правы, вот, вы считаете, что
вы не правы. Да, то есть, как бы, вот, другие люди правы, а вы, соответственно, нет. Вот, это все может, конечно, очень сильно мешать. Это все может очень сильно, ну, дискредитировать вас и как следствие приводить к тому, что вы будете застревать в этом вот состоянии чувства вины. Вот. Поэтому здесь очень важно смотреть на ваше субъективное восприятие вины, да, на то, что идет, условно говоря, вместе с этим чувством, то есть, ну, вот, что как бы сопутствует чувству вины, ну, потому что это, ну, безусловно, да, тоже есть то, что сопутствует ему, и, соответственно, смотреть на вот это, на то, что сопутствует чувству вины. Вот, смотреть на вот эти моменты, потому что сами вы можете этого не замечать, сами вы можете себе отчет не отдавать в том, как все происходит, но со стороны это будет, конечно, виднее. И вам также нужно позволить этому быть. Что касается ошибок, то здесь требования достаточно жесткие к себе у вас, очевидно. Вот. И некоторые не жизнеспособные концепт представления себя, с одной стороны, а с другой стороны, это обесценивание своих вот, желаний, своих чувств, вот, потому что, когда вы ошибки совершали, в своей жизни, вот, наверняка в этот момент, когда вы совершали эти ошибки, наверняка вы чего-то хотели, вот, практически наверняка, вам казалось, что это лучший вариант, ну, вот, тот вариант, который ну, вы выбираете как способ решения проблем. Вот. И когда не получилось, да, образно говоря, когда вы увидели последствия, когда вы столкнулись с последствиями, вот, вы начали себя ругать, но при этом вы забываете о том, что в момент, когда вы принимали это решение, вот, вы думали, что оно самое лучшее. И
вероятнее всего вы были правы, что решение действительно было самым лучшим. Просто потом что-то изменилось. Вот эта вот невера в себя, которую по факту вы демонстрируете, то есть я приняла решение, которое не было идеальным, да, я приняла решение, которое принесло какие-то вот негативные последствия, это вот невера в себя, вот это вот не принятие того, что вы поступили наилучшим образом, оно идет от обесценивания себя. То есть это, в принципе, связано. Иногда может быть, такая штука, что человек себя, ну, целенаправленно совершает ошибки, вот, чтобы себя обвинять. Вот. Такое вот тоже бывает. Ага. Конечно, это не панацея, вот, но все же так происходит, так случается. Вот, поэтому моя идея заключается в том, чтобы вы поработали вот в этих нескольких направлениях, вот, чтобы вы поисследовали себя в нескольких вот этих направлениях, вот, чтобы вы получилось замечать не только такие вот негативные проявления, да, но и позитивные проявления тоже. Вот, как, например, ваша ценность, ваш выбор, злость, вот, на кого-то, на кого обращено ваше чувство вины, да, и так далее, Вот, имеет смысл посмотреть требования, которые у вас к себе есть, вот, потому что они, скорее всего, тоже не совсем корректно, вот, ну, то есть, это требование такое, например, что я не должна совершать ошибок, вот, это требование такое, что должно быть все идеально, вот, и как результат, некоторые у вас могут быть трудности с тем, чтобы чем-то заниматься, потому что по факту любая деятельность может приводить к тому, что вот вы будете раскаиваться, вы будете себя бичевать за то, что у вас там не получилось, ну, не получилось там добиться такого результата, который вы хотели, и который вы, точнее, не хотели, может быть, даже, а ты, которого вы требуете от себя, вот. То есть, это вот, я бы сказал, обесценивание, да,
Вот, и привычка подавлять себе злость. Вот. Она, конечно, вырывается, эта злость. И я ни в коем случае не хочу говорить что-то плохое про вас. Вот. Но бывают такие ситуации, что человек достаточно часто испытывает вину за что-то перед кем-то, но также достаточно часто и злится. Порой злость бывает немотивированной, неконтролируемой. То есть такая происходит компенсация. Вот. Поэтому очень важно развивать чувствительность к себе, очень важно вот, заботиться о себе. Человек, который себя виноват, да, он о себе не заботится никаким образом. Вот, поэтому очень важно, чтобы это делали, ну, чтобы это делали вы. Очень важно, чтобы вы о себе старались позаботиться сам. Вот, ну, понятно, что как бы психолог, да, он поможет вам делать это эффективно. Вот, психолог поможет вам научиться это делать максимально эффективно для вас. Вот, и так далее. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу.